Вітаємо в ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами у студії я, Анна Кравчук. Сьогодні будемо говорити про тенденції зимового макіяжу, які можна спробувати на собі вже зараз, як правильно нафарбуватися, який підібрати тон та як виглядати завжди модно, стильно та обережно. Сьогодні будемо говорити разом з нашою спікеркою. Я рада вітати у нас у студії професійна візажистка Олена Савченко. Також хочу привітати нашу гостю, модель, яка буде сьогодні, на якій буде демонструватися макіяж, Марія Трибушенко. Дівчата, я вас вітаю. Олено, надаю вам слово. Скажіть, будь ласка, які ж новинки нас чекають у цьому сезоні? Як правильно доглядати за шкірою свого обличчя? І що робити перед тим, як почати наносити косметику? Здравствуйте. Тенденції не міняються вже цілий рік. Сейчас в моде натуральный естественный макияж, больше румянца, меньше какого-то контуринга, четких линий, в принципе. И если кожа позволяет, то как можно меньше, в принципе, тона. То есть лицо должно быть без макияжа, чтобы это выглядело естественно, а-ля вы только проснулись. Давайте начнем. Якщо можна, скажіть, будь ласка, от зараз зима, осінь, холодні пори року, якою потрібен бути, яким має бути уход за шкірою обличчя, аби вона завжди залишалася свіжою і так далі? Наша шкіра стає взагалі привередливішою саме в холодні пори року? Жирная кожа становится более непривередливой, она становится более податливой, потому что она подсушивается, в принципе, ей комфортно зимой. То есть, как и всегда, все знают, что зимой нужно кожу больше увлажнять, но это не касается вот именно какой-то другой уход к жирной коже. То есть как летом мы увлажняли, так и увлажняем ее зимой, примерно один и тот же идет процесс. А вот что касательно сухой, ей нужно именно питание, не увлажнение, в этом есть разница, потому что кожа может, знаете, как шелушинки, которые нужно убирать обязательно перед макияжем, делать какое-то скрабирование, скрабирующими салфетками, или есть пенка-скатка. И то есть это вот обязательно, потому что будет нечистый макияж, будут какие-то корочки, комочки, это не очень красиво смотрится. Вообще самое главное в макияже, чтобы работа была чистая. То есть чистые тушевки, чистые линии, не перегибая. Вот. А комбинированная кожа, в этом большой плюс, я такая обладательница, то есть летом кожа у вас жирная, и вам приходится использовать какие-то матирующие средства, постоянно ее как-то пытаться сузить поры и так далее, то в холодный период времени, зимой, осенью, в начале весны, она становится более сухой, поэтому уход за ней становится совершенно непроблемным. Нужно просто ее питать и увлажнять. И если есть какие-то участки, которые нуждаются в большем питании, то нужно делать на них акцент, то есть не бояться наносить сюда какой-то легкий крем, а вот в зону, к примеру, лба, что-то более жирное. Это нормально, то есть комбинировать уход. Хочу запитати з приводу визначення типу своєї шкіри, тому що деякі дівчата, я думаю, більшість знає, яка у неї шкіра, жирна, суха або комбінована, але деякі, можливо, у цьому досі не розбираються. Як визначити, яка в тебе шкіра? Самий банальний спосіб – це взяти нанести макіяж, там тон, все, что вы наносите, учитывая и пудру, которая матирует уже автоматически. И спустя час, где-то, может даже меньше, но лучше час делать, взять салфетку и просто приложить ко лбу. Если остается жирный блеск, не просто цвет тона, а именно вот оно видно, что жирное, потому что салфетка, значит, у вас жирная кожа. Как проверить, у вас жирная или комбинированная? Вы салфетку наносите на зону лба и на щеки. Щеки обычно сухие, если у вас комбинированная кожа. И если здесь ничего нет, значит комбинированная. А если и здесь жирная, значит у вас жирная в целом кожа. Большая-большая ошибка, думаю, всем об этом знают, очень распространенная, что жирную кожу нужно все время пытаться как-то сделать более сухой, какие-то спиртосодержащие тоники, какие-то матирующие тональные. Люди стараются, наоборот, ее как-то не увлажнять, потому что а-ля она и так жирная, зачем мне наносить на нее еще что-то жирное, она будет очень жирная. Но вот очень часто, я думаю, вы этом слышали, я надеюсь, по крайней мере, что жирная кожа нуждается в увлажнении намного больше, чем сухая, потому что выделяется жир из сальных желез, потому что она пытается защититься, а вы ее агрессивно скрабируете, сушите, и она от этого еще больше становится жирной, и поэтому девочки появляются какие-то прыщики, там акне, вот это вот все появляется, черные точки, большая проблема, расширенные поры, и поэтому очень важно, помимо ухода, использовать правильные средства, которые им нужны вам. То есть это как для волос вы используете шампунь против перхоти, у вас перхоти нет, у вас появится перхоть. Если использовать что-то для сухой кожи, она у вас станет по итогу сухой, это плохо. То есть нужно использовать правильно это все. Это можно подобрать либо самостоятельно, но желательно это сделать либо с врачом, либо с косметологом, с дерматологом, вот, чтобы это было адекватно. То есть мы должны подчеркнуть, а не нанести вред.
Що ж, тоді пропоную зараз спробувати зробити актуальний на сьогодні макіяж. Будь ласка, коментуйте свої дії, будемо дивитися та вчитися разом. Так, ну, перше, що ми повинні зробити, це очистити кожу, і потім вже будемо визначатися, який буде тон, що ми будемо з цим робити і так далі. Вот, ми очищаємо кожу. За допомогою чого ми це робимо? Если на коже нет ничего, никаких средств, знаете, уже, то есть там тон или еще чего-то, если кожа просто чистая, чтобы ее немножко очистить, скажем так, лишний раз, потому что пыль падает, падают всякие микрочастички, то просто тоником, тонером или тоником, чем вам удобно, что у вас есть. Я вижу, вот у нас немножко есть тоны все-таки. И мы это немножко убираем, то есть чтобы просто кожа была чистая и можно было как-то ее увлажнять. В нанесении тона очень важный момент играет именно подготовка кожи, то есть помимо того, что мы ее очистили, нужно очень-очень важно это нанести какую-то базу, очень важно, то есть и в зависимости по типу кожи. У нас кожа нормальная, возможно, немного чувствительная, потому что есть покраснения в целом, вот не прыщики, а именно какие-то покраснения, поэтому нужно наносить что-то такое нейтрализирующее. Есть базы оттеночные, есть фиолетовая, желтая, зеленая. Фиолетовая используется именно для того, чтобы убрать, скажем так, такой бледный оттенок кожи, какой-то желтоватый, чрезмерно желтый, используется такая фиолетовая база. Она помогает просто нейтрализовать этот оттенок. Зеленый используется, думаю, знаете, для покраснений, то есть наносится точечно, либо на все лицо, если есть какая-то склонность к красноте. И такая вот персиково-желтая наносится для того, чтобы убрать серый цвет. Вот недосыпа или еще чего-то, вот наносится такая немножко персиковая база. Вот, но в принципе я считаю, что это уже как-то переизбытки прошлого, и достаточно наносить какую-то прозрачную базу для того, чтобы был просто хороший макияж. Это может быть как вместе с кремом, так и вместо крема, если она увлажняющая, к примеру. Есть несколько типов баз, есть сияющая, если вот кожа очень хорошая, как у вас, например, да, я вижу, можно нанести сияющую базу, она не делает ничего, помимо того, что скрепляет вместе с тоном кожу, именно идет какое-то сцепление, оно будет более стойко. Она просто подчеркивает какие-то ваши, там, не знаю, щечки, скулы, потому что она работает на рельефе. Есть матирующая, ее наносить нужно, если кожа жирная, проблемная, и также есть матирующая на силиконе. Это вот у девочек, у которой проблемная кожа, которые хотят на какое-то вечернее мероприятие, она силиконовая, то есть не натуральная, ее носить нельзя часто, только на какое-то мероприятие, чтобы это было желательно точечно, то есть не на все лицо, а чтобы сузить поры на носике, на щечках вот на этой зоне, возможно, лоб, если этого требует, опять же, кожа девочки. Вот есть просто увлажняющая, какая-то универсальная, которая подходит всем. Вот, поэтому с этим немного проще. В основном все базы и все какие-то уходовые средства, подготавляющие кожу, нужно наносить, ну, и подержать пару минуток, чтобы они немножко не впитались, немножко они увлажнились и, скажем так, все свои свойства могли раскрыть должным образом. Если вы делаете самостоятельно макияж, в теории у вас этого не может быть, но если вы хотите это купить, это стоит недорого, достаточно полезно, это база под тени. То есть помимо того, что мы делаем базу под лицо, также можно делать базу под тени, потому что некоторые глазки, которые нависшие или, к примеру, есть такой момент жирное веко. То есть иногда, вы, думаю, замечали, когда вы так проводите в середине дня, у вас может остаться какой-то жирный блеск на пальчике, потому что веко жирное, и иногда в складочку века скатываются тональные средства, если вы это использовали, какие-то тени. И чтобы этого избежать, наносят базу. В домашних условиях, если у вас, к примеру, нет базы, профессиональной, вам это не надо, вы особо не красите, если вам нужно просто как-то выглядеть свежо на работе, можно использовать консилер, либо тон. Вы его наносите втаптывающими движениями, и после этого вы припудриваете. То есть, и тогда получается такая вот легкая база. И еще есть смысл в том, что не у всех, у нас, например, здесь такого не представлено, но у некоторых девочек очень близко расположена капиллярная вот эта вот вся венозная штука, и оно видно прям вот эти венки, видно сине-фиолетовый оттенок, бывают такие, знаете, серые прям впадины под глазами. Это не потому, что вы не высыпаетесь, а потому, что у вас вот такое строение лица, глубоко посажены глаза, вот поэтому. Вот, и поэтому нужно это все
нужно это все наносить и обязательно, чтобы это было правильно. Ну, то есть как-то более-менее растушевывать и так далее. Я думаю, в принципе, наша кожа впиталась, поэтому можем перейти к тональному. У нас кожа, в принципе, хорошая. Я не вижу смысла как-то перегибать с насыщенностью. Поэтому мы будем просто сейчас делать такой легкий флюид и какие-то уже участки закрашивать. Затонируем, собственно говоря, уже каким-то консилером, чтобы просто сейчас сравняем цвет кожи. И после этого мы будем наносить уже консилер на какие-то покраснения или там синячки или что-то такое. Як правильно користуватися кисточкою? Деякі, я знаю, роблять навіть, можуть використати власні пальці для того, щоб зробити. Це прекрасно, якщо ви зможете адекватно розтушувати, і у вас тон, який не швидко скатується, то пальці – це прекрасна альтернатива, дуже багато хто робить. Я не люблю пальцями, тому що тон потрібно вбивати, його не можна вот розмазувати. А пальцями, в основному, ви як будто крем втираєте, і виходить, що тон у вас по факту не залишається, весь тон на руках, або якісь п'ятна і так далі. Я зараз наношу кисточкою, можна наносити спонжиком. Я сейчас покажу. Спонжиком нужно делать это тоже вбивающим движением. У меня кисточка более бочоночек, то есть плоская, есть бочоночек и есть дуофибра. У меня здесь ее не представлено, но там получаются вот такие ворсинки и есть чуть-чуть полупрозрачные выше. И они выглядят более, дают более легкое свечение, сияние, и в целом так это выглядит. Вот. Если использовать спонжик, то только его использовать влажным, потому что спонжик делает самое легкое покрытие, вообще самое-самое, ни пальцами, ничем вы такое не сделаете, но проблема в том, что спонжик впитывает очень много жидкости, в том числе тона, и вам для того, чтобы это избежать, нужно его мочить. И все равно, на самом деле, это не экономно, потому что все останется у вас на спонжике. Но если вы не экономите, а хотите выглядеть хорошо и просто более свежо, то почему нет? Прошу, вибачте, спонжик потрібно звичайною водою, як це, побризгати або саме промити? Просто под проточной водой вот так вот зажимаете, и он вот у меня сейчас уже большой, потому что мы его смочили предварительно, а когда он в сухом состоянии, он меньше, и он такой твердый, а сейчас он очень мягкий, то есть это легко сделать совершенно любой водичкой, теплой, холодной и так далее. Проблема в том, что, не проблема, а очень важный момент, что нужно, помимо того, что вы правильно все наносите, правильно все делаете, я сейчас показываю, что мы делаем вбивающими движениями это все, чтобы не подчеркивать поры, а наоборот их сглаживать. Вот. Очень важен уход за кисточками, уход за спонжиками, за всем, что вы используете, чтобы это было чисто, стерильно и так далее. Естественно, в работе мастера, когда вы работаете визажистом, вас это после каждого клиента обязательный момент, вы там стерилизуете и так далее. Если вы это делаете для себя, то вам достаточно будет просто раз в неделю или при необходимости просто мыть каким-то антибактериальным мылом. Если вы очень боитесь что-то подцепить, то можете от себя же, то можете спокойно каким-то там АХД продавать. Дається во всіх косметичних магазинах просто збризнути і на цьому все. То есть... Просто під проточною водою знову теплою ж таки? Теплою водичкою просто моємо. Я думаю, ви повинні знати, або не знаєте, я скажу, що мікроби і всі якісь бактерії скапливаються исключительно в жирних і жидких текстурах. То есть в тональних, в консилерах, во всьому остальному этого нет. То есть, если вы, к примеру, видели, что визажист вначале одной кисточкой вам макнул в пудру, а потом другой девочке, проблема в кисточке, все переносится на кисточке, но будьте уверены, что в пудре ваших микробов или микробов девочки не осталось. Это все на кисточке. Кисточки нужно мыть, дезинфицировать, а сухие текстуры в виде теней, пудр, хайлайтеров не нужно, не обязательно, скажем так, что-то с ними делать, потому что... Мікроби там не задержуються, їм просто ніякде розвиватися. Вот. Хочу запитати з приводу помилок, які найчастіше роблять дівчата. Я думаю, коли до вас приходять клієнтки на роботу, коли ви просто, або коли ви просто йдете по вулиці, ви помічаєте якісь моменти, коли людина неправильно підкреслила якісь свої гарні моменти, не скрила недоліки. От на що ви звертаєте увагу, що найчастіше ви помічаєте серед помилок саме дніпрянок? Ой, знаете, у меня очень много таких ошибок среди знакомых. Есть очень красивые девочки, которые, правда, вот у них идеальная кожа, у них длинные ресницы, красивые брови и все остальное, но они не умеют правильно подчеркивать свои какие-то внешние данные, иногда даже портят это. И какая-то там девочка, у которой, скажем так, небольшая асимметрия, она это сделает намного лучше, чем девочка, у которой правильные черты лица. И в этом ошибка.
Самые распространенные ошибки — это брови, это больше всего бросается. Сейчас уже, конечно, это все меньше, потому что мода на такие широкие, ненавязчивые брови, но все равно есть девочки, которые любят делать почернее, почетче. Открой глазки. Почернее, почетче и так далее, и в этом есть большая ошибка. То есть брови, если у вас их нет, то, конечно, либо ходите к мастеру и делайте какие-то процедуры, с ними красьте, либо желательно хотя бы дома подчеркивать очень легенько. Вот. Как нанесли тональный крем и консилер, это все нужно легко припудрить, смотрим вверх. Даже если у вас сухая кожа, обязательно нужно делать это под глазками, потому что оно скатывается, и получается, что видно будет морщинки или что-то это скатается в таком формате. В целом всю кожу я вот один раз промокнула, я больше не буду наносить, потому что кожа у нас немного вот сейчас подсушена. Поэтому мы не будем этого делать. Поскольку макияж такой просто на каждый день, поэтому не будет ничего, в принципе. Можно какие-то монотени. Я правильно розумію, насправді ми зараз використали мінімальний набір косметики, і ми розуміємо, що не потрібно для цього бути професійним там візажистом з професійним набором косметичних засобів. Для цього достатньо мати засіб для зволоження шкіри, засіб для тональний крем, консилер. Пудра, одні якісь тіні, якщо вам це потрібно, можна без них. Что-то для скульптурирования, потому что кожа может быть не кожа, а вот знаете, когда вы затонировали, запудрились, вы кажетесь плоскими. У вас теряется какой-то естественный румянец или переходы в цвете. И раньше это делали при помощи скульптурирования, там, стробинг, все вот эти штуки. Но сейчас это не обязательно, сейчас уже как-то это отходит, просто можно румянцем. И сейчас очень модно, не то что модно, скажем так, но такая тенденция среди визажистов и в целом, что мы не наносим только на какое-то одно место. К примеру, я наношу сейчас такие персико-бабы, бронзовые монотени на глазки, и нужно этот цвет продублировать где-то еще. Если мы не хотим делать яркие губы, это мы не будем, потому что дневной макияж, мы продублируем это на лице. То есть мы нанесем румяна просто на всю периферию. Тобто зараз, як ви сказали, не зовсім доречно використовувати якісь скульптори. В дневном макияже, который повседневный, нет. Ну, то есть это не обязательно. Если вы хотите, у вас на это есть время, желание, и вы сделаете это аккуратно, ненавязчиво, то без проблем. Но если вы на каждый день хотите делать себе сумасшедший скульптуринг, как у Ким Кардашьян, себе делать хайлайтер и так далее, раньше это было очень модно, все делали себе хайлайтер и днем, и вечером, и утром, сейчас так никто не делает. Если видите, я наносила на носик, я наносила на лоб, на щечки, на подбородок. Не очень ярко, но чтобы было видно, потому что кожа все равно съедает по итогу цвет и будет немножко тускловато через пару часов. Поэтому, в принципе, можно так. Есть разные виды румян и какого-то скульптурирования лица. Есть жидкие, есть сухие, есть кремовые. Самые натуральные — это жидкие. Самые ненатуральные, такие более яркие, это сухие. Так, сейчас мы перейдем к бровям. У нас красивые широкие брови, нужно просто немножко подчеркнуть. В принципе, если у девочки есть желание, она может просто это сделать гелем, потому что здесь есть брови. А если хочется немножко добавить цвета, то нужно сейчас сделаем чуточку ярче. Вот. Совсем немножко по нижней линии мы это делаем и переходим хвостик. То есть это можно сделать за пару секунд, возможно, вам будет чуточку сложнее. Ну, вот совсем вот немножко просто прокрасить. Зараз от продемонструємо, як виглядала брів до і як виглядає зараз. Тобто насправді нічого не змінилося, але вона стала більш чіткою, дійсно. Немножечко совсем ярче, то в хвостике. В принципі, все. То есть, если нужно, можно гелем, если нужно, просто прочесали, и такой небрежный эффект. Вот. Что касаемо там губ, помады, сейчас достаточно актуально зимой особенно это делать, потому что кожа пересушивается на губ, они трескаются, все обветриваются, все об этом знают, и очень важно делать именно какие-то там, не знаю, скрабы для губок и так далее. Вот, сейчас мы зачесываем бровки, сейчас накрасим ресницы, в принципе, какой-то легкий тинт, и на этом мы заканчиваем, потому что макияж на каждый день у вас обычно занимает там от 5 до 7 минут. Поднимаем головку, смотрим вниз. От 5 до 7 минут, и вам просто не нужно на это тратить много времени. Дійсно, от ми зараз у студії, враховуючи те, що було багато коментарів, ми всі процеси описували, за 10 хвилин впоралися з цим макіяжем.
Если есть настроение, можно прокрасить межресничку, тогда будет более четкий взгляд, не будет каких-то пробелов, но если вы опаздываете, то это делать не всегда обязательно. Вот. И есть такой момент, что вы можете не рисовать себе четкий контур, а вы можете просто пальчиком вот так вот вбить, и это будет смотреться тоже уместно. Просто легкий оттеночек даст вашим губкам, если они какие-то полупрозрачные, как у меня, вот у девочки не яркие, просто такой даст легкий оттеночек. А перед этим вы их увлажнили каким-то маслом или просто бальзамом. Вот, в принципе. Желательно использовать не матовые, а какие-то вот более увлажняющие, сатиновые или жидкие. В принципе, если вот такой экспресс, то в принципе это может выглядеть так. Мы можем, конечно, углубляться, уже как-то корректировать какие-то недостатки, там прям затонировать прыщики, леснички очень сильно, но в целом это выглядит именно вот так. Що ж, я вам вдячна за нашу прес-конференцію. Думаю, ви бачите результати. Він приголомшливий. Вдячна вам, що ви розказали нам, як правильно зробити. І хочу наголосити, що важливо не тільки правильно і вдало користуватися косметикою, косметичними засобами та своїми руками, а ще й важливо слідкувати саме за здоров'ям своєї шкіри, правильно її зволожувати, слідкувати за харчуванням, що теж впливає на якість вашого обличчя. Ну, а з вами була Анна Кравчук. Вдячна нашій професійній візажистці Олена Савченко. Вдячна нашій моделі Марії Трибушенко. До нових зустрічей і не перемикайте!